А я напоминаю, что уже совсем скоро, с 20 по 27 ноября, в рамках Международного дня благотворительности «Щедрый вторник» в Ленинском районе планируется проведение ряда благотворительных мероприятий под общим названием «Неделя доброты и щедрости». В городских и сельских поселениях по инициативе Координационного совета общественных объединений и при поддержке органов местного самоуправления, Общественной и торгово-промышленной палат Ленинского района будет организована акция «Щедрая корзина» по сбору продуктов питания для остро нуждающихся жителей Ленинского района, людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов, многодетных семей. Каждый желающий сделать доброе дело может стать участником недели доброты и щедрости. Не упустите возможности помочь нуждающимся людям.